И всем привет, дорогие друзья, с вами Vivian World, и сегодня мы поиграем в PUBG Mobile вместе с моим другом Сашей. Поехали. Ну, я не знаю, надо бы в классик сходить. Можно либо арену Gun Game, можно АИ, можно... Короче, куда пойдем? Тут? Да, я тут. Погнали на Миротар. На Миротар. Миромар. Хорошо, Миромар. Там надо два матча в классике делать. Там ачивка просто. Походу из PUBG тоже люди начали выходить, а нет. Показал. PUBG не встает, сейчас отток будет жесткий, скорее всего. А может и нет. It is show time. Мы что, против сквадов играем, что ли? Сань, слушай, а мы против команд по 4 человека, походу, играем. Да? Ну да. А ты не поставил, думаешь, дуо? Либо я поставил дуо, но это не помню. Скорее, я поставил сквады и автоподбор выключил. То есть нам не добрались игроки новые в команду. Ну, не знаю. Короче, я, наверное, сейчас нашел. Ну, не глядишь. А, туда? Слушай, ну, интересно, где. Смотри, давай, короче, ты туда прыгай, а я вон там рядом прыгну, через реку. Там встретимся рядом. Где прыжок? Во все эти карты, это по баранге. Я сейчас его заходил. Я хреново слышал, честно. Баранги чаще всего заходят, так как это самая популярная карта. Ну да. Включай. Ну и ранги, да, типа, самая такая здоровая, прикольная. Я не знаю, почему ты на упущен. Эти были не дорогие. Чё-то, походу, я не долетаю. Я долетаю. Блин. Ё-моё. Мне тут с акции какой-то парашют выпал с киберпанком, блин. Чё здесь? Яркость что-то понизилась. О. Снайпа. PUBG не стоит. Это жесть такая. У меня вин. У меня, кстати, тоже. Windows 94, слышишь? Ну, я думаю, Я надеюсь, что я доживу, конечно, до Windows 1.4, но это маловероятно. Так, типа, он был. Да? Ну, типа, 1994, знаешь? Нет, подожди, а... Сейчас же Windows 1. Ну, была Windows 95 в 1995 году, как бы. Ну ладно. Типа Win 94 там. Ну, в принципе, можно считать, как и 2094, но... Ого-го, как не скоро это будет. Еще у меня до сих пор рюкзака нет. О, третий левел сразу же просто. Ну так всегда обычно бывает. Ничего, нет рюкзака, потом бац, завтра третий левел. У меня тоже. Еще кстати. Один третьего левела тут же. В целом эта карта богатая на снайпер и на рюкзаки. Так
Так, еще, по-моему, у меня челик где-то рядом, мне очень сильно это кажется. Кажется, или ты прям он все отображает, что он рядом? Не, у меня такое ощущение, что я слышу шаги иногда левые. Ну, может, ты мои шаги слышишь, прикинь? Чел, мы в разных местах. Ку-ку. Нет. Ладно, не важно. Marked a location. Так, ладно, это не машина была, получается. Но у меня мотик, походу, есть. У меня машина. Прикол, я в шлемаке, но у меня шлемака не видно. Это что, блядь, сейчас было? Ух ты. Ты же это слышал? Ну, я тоже слышал. Я видел молнию. Я слышал молнию. О, дождь пошел, слышишь, сам? А, я вижу. Капец. Сегодня праздник среди. Знаешь всю? Что праздник? Праздник среди сегодня. Праздник чего? Праздничный день. Чё за праздник? Чё за праздничный день? Ну, в пустыне дождь пошел. Понимаю. Пиздец, просто ехал, ехал, и на аэроплан надо и наехал. Да ладно. Да, без ладно. Я тут на другом берегу тебя жду. Давай, прилетай. Бензобак ищи. Слушай, вот у меня есть бензобак тут где-то, я видел, в доме валялся. Я могу забрать, пойти. Блин, почему мы говорим бензобак, если это канистра? Вообще называется не так. Чел, это канистра с топливом. Да? Да. Она что называется на какой-то там. Ну нет, это не бензобак. Бензобак это в тачке, которая. Сейчас, у меня был где-то, сейчас я посмотрю. Я тут где-то видел. В домах. Что аэроплан это же такая хрень, которая жрет бензина дофига, верно? Да. Ого. Сейчас бенз найдем, бенз будет. О, бенз, ништяк. Давай и летай сюда, короче. Что-то до сих пор не обманешь. Уважаемые дамы, да, компанию. Азовские авиалинии. Какие? Ты будешь в районе одной минуты. Иди сюда, лети, тут дорога есть, можно на дорогу приземлиться. Если топлива хватит. Ты чё, это вниз пошёл? Ты чё вниз пошёл? Я думал, ты в реку падаешь. Так я начал падать. Давай сюда лети. Я прям начал тянуть. Падай, 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 падай. Только в реку не влети сейчас, смотри. Отходил. Не, не падай. А, о, давай отваливайся назад, все, отлично. Да. Заправляй. Сейчас, шарить бы как это делать на самом деле? А мне сесть надо? Да затормози ты на месте, твою ж. Все, я очень сложно, тут нет тормоза. Я заправляю. В смысле, ты сел? Вам я заправил, все, полетели. Так, куда летим? В обзорят, наверное, сначала в зону. Вот сюда, короче, в зону, на точку, вот туда вот. В дома можно заныкаться. Почему взлетишь? А? Слушай, а нас не собьют так-то, по фану, если реально... Сорян, я вышел, стой! Блин! Не ту кнопку нажал, твою мать, хотел высунуться и вылез случайно. Пипец. А тут разве можно высунуться? А я хотел высунуться, самое главное. Я включил первое лицо, хотел высунуться, случайно вышел, еще половину какой-то потерял. Стой! Я пытаюсь, тут нет тормоза, ты понимаешь, тут есть только назад, вперед. Да, полетели, короче. Слушай, походу высунуться, но тут не надо сейчас поставить. Тут бандажики просто сейчас вылезают. Ой, это что за палка? Чел, взлетай. А, можно высунуться, все нормально. Главное выйти, не нажать случайно.
Да мне вообще стрёмно на самом деле. У меня кнопка подняться рядом с кнопкой выход. Так, есть какая-нибудь внизу? Тут кнопка подняться равняется, вот точнее, кнопка выход равняется кнопке самоуничтожения. Ну да. Понимаешь, парашюта у тебя уже нет. Да блин, скалы. Вот что так происходит? Слушай, дай руль попробую, прикол. Ладно, давай. Marked a location. А где... Где Инкрист Хротель? Твою мать. Marked a vehicle. А, это я Reduced Хротель нажал. И чё? Ты застрял, походу. Ладно, не жри топливо, выходи. Часть продать топливо. А ты куда собрался? Я за мотоциклом, надо сбить аэроплан. А, слушай, на туре. О, на него зайти можно. Нормально в дерево приземлился, блин, кнопки Reduce и Increase перепутал. Давай вот здесь по крылу бей, короче, вот здесь вот. Да вот здесь по крылу долбани его вот так вот, все. Я просто если должен выйти, либо просто сзади его. Я назад, нормально. Давай, давай, второй гон. Бан. Ой, нормально бан прописал. Ну все. Это мне кажется, тебе нельзя двигать аэроплан. Стой! Меня сейчас. Сейчас он выровняется. Ладно, взлетай. Все, короче, фул, аскент. Да. Ну поднимайся, твою мать. Че он не поднимается? Подожди, ему надо подниматься. Поднимайся. Дерево! Да нормально. Че он не летит? О, полетел. Сил не хватает. Плохо. Сил не хватает. Что делать? Ой. Да потому нужно. По-моему, он битый. Выйди. По-моему, он битый. Он не битый, у него пилот отбитый. В смысле? Подожди. Да в прямом. Давай садись уже. Да ты топливо жрёшь пустую, ты понимаешь? У нас и так его нет. Там нет топлива, ты понимаешь, как ты можешь летать? А, подожди, а как он летит, если топлива нет, реально? Потому что топливо закончится, по остатке он дожирает. Всё! Пофиг, пошли за бензин. А нет, торгов! Вот именно, бензин. Это кто? Я был, извини. Охрена, я испугался. Да психануй, потому что водитель вообще был. Ой, там зона, беги. Вот именно. Дал бы мне вот, у меня стаж управления. Капец, все, я в зоне. Ну ладно. Я тоже. Сейчас надо энергос бахнуть. А, я уже вышел, нормально. Знаешь, мы еще ни одного челика не встретили, что за байда вообще? 34 человека всего осталось из 100, и мы еще ни одного не встретили. Эта карта большая на самом деле. Ну так это, по-моему, как... Она не как Ирангель 8 на 8 случайно, нет? Она, по-моему, 10 на 10. Да ну не, Ирангель 8 на 8, ты че, какие 10 на 10? Не может быть такого. Все, она больше. Мне просто 10 меньше воды. Чего никого нет? Здесь мало бензина, это минус. Да слушай, мы его тут из зоны уже все равно бесполезно доставать. Нафиг оно нам надо. Вот в следующий раз тебе не дам аэроплан. Не, в следующий раз все пойдет нормально. Ты его закопал? Ты доставать не хочешь? В смысле, так все, чел, он в зоне, хрен ли ты хочешь.
Мы его достанем оттуда. Не, ну можно, конечно, в зону пойти, но только если по фасту и только если, ну, есть шанс, что ничего не выйдет. Давай, спускайся вниз, погнали. Так, кто-то кинул Грену. Это ты был? Я что, дебил, что ли? Саня, ты дебил? Ты я нахрена Грена кидаешь? Я думал... Так это ты меня хаешкой задел? Или не задел? Черт, я испугался, думал, у нас челик какой-то поймал. Это ты тут Грена кидаешь. Пойдем. Не попал, жалко тебе. Ты что-то взорвалась. И ты там что-то взрываешь? Да, ну, к твоему счастью уже нечего взрывать. На, он еще две хаешки могу дать. И флешку. Я надеюсь, стекой? Да вроде нет. Поменим. Тут, кстати, Егор на этих трамплинах носился, я помню. Ну, не здесь, но там, там еще есть в другом конце карты. Я все что понял, мне надо реально научиться быстрее поиграть. В смысле, и людей не жалеть. Да я типа, там челик на что-то отвлекся, я такой зашел, он нас не видит, я прицелился, стрельнул змейника один раз. Подождал, наверное, секунд пять, челик понял, что в него стрельнули, стал, ушел. Странная тактика. Так вот кто тупит в матчах постоянно. Не, мне представляешь, мне как-то... Я представляю себя, но ты прикинь, тебя в спину пристрелили, когда ты с другим перестрелок увел, как-то не знаю. Не по-потански, что ли. Так такое постоянно бывает. Так, блин, почему ты пожалел человека? В итоге потом он меня и Егора снял. Причем самое интересное, сначала Егор, который был за мной, а потом меня. Понимаю. Сейчас сидишь-то, давай пойдем. Норм, мы такие завалились чисто сюда. 23. О! Бензом... Вот почему я нашел бензобак? Точнее, вот он, ну, называется я набор я топливных элементов. Набор топливных элементов. Угу. Ну там еще, кроме бензина, там батарея еще какая-то есть. Так вот, почему ты нашел, я нашел бензобак, а он уже нам не нужен. Раньше искать надо было. Слушай, а ты не подбирал патроны калаша? Слушай, да их тут дофига. Ну просто можем-то вычислить, что здесь кто-то был. Вот. Потому что калаш есть, а патронов у него нет. Так это я подобрал. Ну вот, я тебя поэтому и спрашиваю. Я думал, тебе надо. Нет. Так надо не, либо, надо либо куда-то сваливать, либо здесь засидеть. Нет, не засидеть, как сказать-то. Засижать. Позасиживаться. Вот. О, 4Х нашел, ништяк. Правда, на Вин 94 ничего не повесит. И так встроенный прицел, это что, 4Х, что ли? Или вообще 2Х, это хрень какая-то. Не сказал бы, слушай. Я бы, наверное, 2 или 3. Так. Не, ну слушай, это не 4Х, как минимум. Это либо 2, либо 3. Не понял. А, ну или 4 все-таки. Непонятно. Ты куда собрался? Я... Что ты делаешь? О, зона. Блин, мы сейчас в самый центр участка. Ой, города зайдем. Типа, ну и 2. Потому что вот я сейчас прицеливаюсь 3Х, я вижу все то же самое, что и из винта. Так а я на 4Х посмотрел, вроде похоже. Короче, это многофункциональный прицел. Угу. Берешь так, подзумливаешь чуть-чуть тогда пальцами.
Слушай, мы вообще чисто ни хрена не делали весь матч и уже в топ-20 попали. Че за байда? Как это понимать? Я тебе говорю, главное не уметь играть, а уметь выживать. А еще уметь ныкаться и стелсить. Лежать в траве, например. Потому что как-то не вытягивая графику, на минималке трава все равно будет. Трава же остается на минималках, правильно? Да господи, трава на минималках, по-моему, еще хуже делается тут. Так, у меня 20%. Типа. Ну, нормально. Типа она как бы становится такой. Еще более. Более жирной, что ли? Густой? Да. Ой. Офигеть, тут город так-то. Ага, недостроенный. Мне кажется, хреновая идея в лоб туда идти, если там кто-то есть. Хотя да тут... я смотрю, свинда. Свинда? С винды смотришь? Слушай, да. А 4X, кстати, видит побольше, чем Win 94. Ну, а 3X примерно так же. Да, ну, что, он где-то 3X, 2X, вот плюс-минус. Надо поменять на что-нибудь. Это тупая снайпер. Блин, а нам в зону бежать, прикурс. Чё? Нам надо в зону бежать. Ну, так побежали. Чё мы тут тупим-то? Ну, так, я бы, блин, предпочел этот город обойти, но он чуть больно жирный какой-то. Ну слушай, я уверен, что если мы тут никого не встретим, то скорее всего все уже в зоне. Ну, да. Потому что он реально большой. Ща, мне надо пушку какую-то найти на замену Win 94, а то что-то нафиг она мне нужна, я считаю. Ну, почему? Так, у меня и так 4X есть с M762. Мне надо какую-то М-ку какую-нибудь найти, я не знаю. Я тут прошел ее недавно. Вот M16-4, ну блин, это такая фигня. Очередями стреляющие, честно говоря. М416? Не-не-не, М416 это хорошая вещь. Я про М16-4. Которая только очередная. Не, М416. Угу. Ладно, тут мы валим отсюда. А ты куда побежал, кстати? И как ты туда попал? Блин, я что-то в город углубляюсь. Я просто обошел тут обрыв, и я обошел просто по краю. А прикинь, мы такие тут бежим посередине города, из крыш каких-нибудь, еще откуда-нибудь на нас челики смотрят со всех сторон. Угу. Я машину взял, давай. Прикол, можно ли вон на тот кран залезть? Ваш автобус, что ты? Давай валим. Зачем ты развернулся? Давай сваливай быстрее. Саня, блин. А максимум. Кабздец ты гонщик вообще. Зачем ты обратно в зону вернулся? Тормози, все, надо ныкаться. Тормози, блин. Нормально. Пять. Водила хоть куда, вон еще одна машина есть. Да, смотри, смотри. Я проехал. Куда? В дырку, что ли? Да. Охренеть. О, Скар. Ну я спецку дырочку. Вот это моя тема. Дроп, дроп. Все. Скар, это моя тема. Мне только патронов надо на него теперь найти побольше, непонятно где. Ой, миник есть. Хочешь? Ну мне нужен. Блин, что-то на Скаре мало патронов. Ну ладно, я думаю, пока можно заныкаться тут. Пока зона не придет, что будет видно. Что куда? Топ-15. Если бы у меня был 8X, я бы взял бы миник. Но у меня нет даже 6X, так что. Пован? Как думаешь, где тебя?
Лучше, мне кажется, вообще шума не производить пока. Мало ли. Ух ты! Ух ты! Так. Мне кажется, это понадобится. Ни хрена не видно отсюда. Ну, у нас вообще окна не выходят в эту сторону. Не нафиг, лучше сныкаться. О, там баги стоит битый. Вон челик, башка Нет. торчит. Я не вижу. Нет, поставь. Вон там. Marked a location. Вон там в дверях стоит. Нет, слушай, я тут не вижу. Меня стена загораживает. Я попал. Не, я сныкаюсь. Попробуем, о, дымо, дымо... Закинь, попробуем ему хаешку туда закинуть. О, смоки дали, смотри. В смысле, у меня только смок есть. И то он не долетит. Не надо кидать туда ничего. Он смок дал, видишь, в смоке спрятался. Уай, надо сваливать. Саня, надо сваливать. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Он по нам смоки дает. Да не по нам, это я по... Второй смог кинул. А, блин, это ты смог кинул. Фу ты! Обманщик. О, я смог нашел. Чебурик. Так, вон машина какая-то стоит. Слушай, я тут твой этот автобус нашел между стенками. Слушай, мне кажется, лучше оттуда свалить в соседний дом, а то у нас это найдет по фасту. Так, смоки расселись. Так, 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 слушай, тут аирдроп прям рядом со мной. Кто это? Это я. Фу, блин. Да, я, кажется, не ошибся, там челик. Да, так там челик. Там, их, там попал. Их там вообще двое было, я видел. В этом доме, челик. В каком? Attack the mark. Со второго этажа надо. Attack the mark. Байда какая. Вон там. Ну так да, я ж тебе туда и показывал в прошлый раз. Так там в соседнем доме из окна, челик. А, вижу уже... башку, вижу башку сейчас. Ай, мне в лицо попал. Мне в лицо попал. Валим отсюда. По стене стреляет, прям. Да он мне в лицо прям попал, я тебе отвечаю. Надо сдрыснуть куда-то. Либо он очень хорошо прицелился, вот, либо он просто там, в голову попал. Я там, я еще одного челика видел, выбежал. Так. Да сваливай вылез оттуда, я тебе говорю, тебе люлей надают просто и все. Ну, в моем случае не люлей, а пиздюлей. Тем более. Я сковородкой отбиваться буду. Я спрятался. Я вижу отсюда окно, кстати, где они сидели. Да? Из окна, да, вижу. Это же вон там вот, вот говорю, красный я... дом такой, да? Я видел, как один человек вылез из окна. Правда, не уверен, что из этого же. Это же вон то окно было. Это же вот это было окно? Да, вроде оно. Не кажется ли, они сейчас пойдут на этот дом спрашивать? Ну слушай, если пойдут, я приму. В принципе, попробую. Сзади. А, кто-то кого-то нокнул. Две команды пересеклись, походу. Лучше ляг, тут окна палевные очень. Сзади. Нам. Походу. Ты не двигаешься? Нет. Слышишь шаги, да? Да, не страшно. Так, тихо, не двигайся. Ух ты!
Кого-то нокнули гранатой. Бля, мне гранату в окно кинули, помогай. Забегает, походу. Сейчас полю лестницу, полю лестницу. И бой, поди. Awesome. Он еще одну гранату кидает. Да, блин, он внизу, он внизу. Добей, добей, добей! Да твою мать! Ну. Да, блин. Обидно. Обидно, обидно. Чел по 0 киллов. Блин. Пацифисты, блин. Ван! Да. Понятно, я вот что-то начал в последнее время больше колду любить, меня там больше получается. Да уж, ничего не скажу. Не, реально, чтобы ты понимал, у меня раньше в колде, ну максимум за игру один килл был. В это время в пабге где-то киллов 5 в среднем. Сейчас у меня в пабге, ну, в среднем 2 килла, но один бывает. Алде. Ну, около 7 киллов за игру. Ладно, короче, давай. Я пойду. Пока. Пока. А, собственно, на этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ян Юрий. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.